Итак, вчера мне стукнуло 45. Еще пару лет назад я с ужасом представляла этот день. Как всегда в одиночестве и как всегда в обнимку с ведром мороженого. Доброе утро. Вот ваш кофе и сценарий. И с прошедшим днем рождения. Спасибо. Но нет, на этот раз компанию мне составил любимый мужчина и наш годовалый сын. Привет, до эфира пара минут, я тебя только подправлю. Вчера хорошо отпраздновали? Вот уже год, как мой новый дом заполнили подгузники, а двуспальная кровать наконец оправдывает свое название. Так что теперь я счастливая жена, примерная мать и ведущая собственного вечернего шоу. Готово, можно идти в кадр. Спасибо. Я должна тебя предупредить, сегодня будет непросто. Ты каждый раз так говоришь, я уже привыкла. Сегодня в эфире будет видео. Нет, не говори, если я заранее узнаю, не смогу как следует отреагировать в кадре. Всем привет! Вы смотрите шоу «Дневник идеальной мамы». И сегодня у нас в гостях писательница, автор книги «Фундамент семейного счастья» Паула Хогарт. К сожалению, ее собственный фундамент оказался не таким прочным. Недавно она пережила развод. И сегодня она презентует у нас новую книгу. Поприветствуем! Дорогая, спасибо, что всегда готова меня принять. После прошлого визита в твое шоу у меня многое изменилось. Правда? Рассказывай. Дело в том, что, несмотря на нашу дружбу, тогда ты первая сделала репортаж о моем разводе. Назвала его скандальным и показала в эфире те самые кадры. Конечно, после этого мои советы о счастливой жизни в браке стали никому не нужны. Благодаря твоему шоу книга перестала продаваться. Вот это новости. Я и не думала, что наше шоу такое популярное. За меня не переживай. Я написала новую книгу «Клуб бывших жен и подруг». А мне, как примерной жене и маме, это пока не очень актуально, но... Это мой подарок тебе на день рождения. Он же вчера был. Кстати, я принесла с собой в студию не только книгу, но и видео с празднования дня рождения примерной мамы. Ну хорошо, я рассказала вам не все. На самом деле быть работающей мамой очень тяжело, и дома у нас полный хаос. Вчера, после того, как я задула свечку на торте, мы с мужем поссорились. Я наговорила ему глупости и пошла в бар, где случайно встретила старую подругу. Вообще, я думаю, молодой мамочке полезно иногда отрываться. Жаль, этот аргумент на моем шоу никому обычно не помогает. Сегодня мне 45, но я перетанцую любого на этой вечеринке. Уу! Друзья, прямо сейчас в эфире реклама. Оставайтесь с нами. Это кто придумал? Просто рейтинги падают. Продюсеры давно просили что-то придумать, и тут попалась Паула. Я хотела тебя предупредить, но ты не слушала. Мы выходим в эфир. 3, 2, 1. Дорогие телезрители, напомню, что перед рекламой вы увидели, как виртуозно я танцую на барной стойке. Но это не мешает мне быть хорошей матерью. Да, не идеальной, но кому вообще нужна эта идеальность? Никогда не запрещайте себе делать то, что вам хочется. Будьте собой. Только тогда вы будете по-настоящему счастливы. Ну что, как насчет танцев на столе прямо в эфире? С вами был Дневник идеальной мамы. Увидимся в эфире на следующей неделе, ну или в эту пятницу где-то на барной стойке.